Здание Новозыряновской школы в Заринском районе в ужасающем состоянии. Бьют тревогу сотрудники учебного заведения. Они сообщили, спортзал в школе без крыши. Между тем, комиссия официально признала учреждение готовым к учебному году. У нас половина спортзала раскрыта. Прям вот вообще только вот эти поперечные сваи и все? Да. В свое время в ноябре раскрыла ураганом. А затем каждый ураган все дальше и дальше. То есть полкрыши осталось открытой, полкрыши пока еще держится. Крепление доски, к которым прибивался шифер, их фактически там нет. Там тоже это все вырвало. Вот шифер, который сейчас есть, мы не знаем, на чем он, интересно, держится. По словам сотрудников школы, проблема с крышей существует много лет, но обратили на нее внимание лишь в прошлом году, когда дыры появились в кровле над кабинетами. Крышу здания основной школы отремонтировали, а про спортзал забыли. С тех пор, как ремонт кровли над спортивным объектом обещают, но пока ничего не сделано. Между тем, плесень от сырости уже покрывает не только спортзал, но и тренерскую, а также раздевалки.